О, ландышевая сирень, оранжевые облака, закатно-лимонное море, безвольное, несбыточная Мадлен. О, веровая тоска, о, сердце, минувшим как будущим полное, и только, и больше ни взгляда, ни слова, все живо, как прежде. Как прежде все ново, сирень ландышевая, облака оранжевые, в надежде досветится мгновение. Он тем хорош, что он совсем не то, что думает о нем толпа. Стихов принципиально не читая, раз нет в них ананасов и авто, фокстрот, кинематограф и лото. Вот, вот куда людская мчится стая, а между тем душа его простая, как день весны. Но это знает кто? Утром 20 декабря 1941 года в оккупированном немцами Таллине тихо скончался русский поэт Игорь Северянин, король поэтов. Трудно представить, но тот, чья слава еще недавно гремела по всей России, умирал в нищете и забвении. Казалось бы, еще недавно громадный зал Московской городской думы не смог вместить всех желающих попасть на его поэзоконцерты. Поклонницы преследовали его, врывались в гостиничные номера, осыпали своего кумира цветами. Октябрьский переворот в России 1917 года разрушил жизнь огромной страны, навсегда и бесповоротно изменив судьбы ее жителей. В 18 году, уехав с семьей в эстонскую приморскую деревню Тойла, поэт оказался вынужденной эмиграцией, потому что Эстония отделилась от России по условиям Брестского мира. И вот теперь в чужой стране, холодной, голодный, практически бездомный, он ушел из жизни. Вместе с ним в вечность ушла прекрасная эпоха, воспетая в его стихах, наполненная лиловой дымкой, нежными дамами в воздушных нарядах, ананасами и пузырьками шампанского, признаниями в любви, блеском волн прозрачных озер и отражающимися в них шелковыми шляпками. Уходя, поэт оставил нам одно из лучших своих стихотворений и посвятил его другому гению, Сергею Васильевичу Рахманинову. Светлый Сергей Васильевич, по совету Смирнова, сообщившего мне ваш адрес, пишу вам, простите за тревогу, это письмо. В 18 году я уехала с семьей из Петербурга, нашу Исляндскую губернию, превратившуюся через год в Эстонию. До 1934 года я объездил 14 государств, везде читая русским.
везде кое-что зарабатывая. Конечно, очень скромно, но все-таки жить можно было. А с 34-го года ничего. Ни заработков, ни надежд на них, ни здоровья. Ехать не на что, ехать некуда. Везде ограничения, запреты, одичания. Кому теперь до поэзии? На нее смотрят свысока, с иронией, изумлением и даже с негодованием. Кратко говоря, смысл отношения читателя и слушателя таков. Лентяи, бездельники не умерли вовремя. Я живу чудом, Сергей Васильевич, случайными даяниями. Их все меньше и меньше. Они прекращаются, потому что люди уходят, а человеки не признают. Я живу в глухой деревне, на берегах обворожительной Рассони, маленькой бедной избушке, женой и дочерью. Мы все больные, умученные, уходящие. Помогите же нам. Вы, большой искусствик, уйти более или менее безболезненно. Невыносимо. Свыше всяких сил обессиленных умирать без конца. И не странно ли? Не поразительно ли? Чем ужаснее жизнь, тем больше жить хочется. Все во что-то несбыточное, веря и надеясь. Без надежд. Читали ли вы мои стихи несколько лет назад, посвященные вам? Если хотите, я с радостью вышлю вам их. Издавна ваш, Игорь Северянин. 23 января 1939 года. Thank you.
О смерти поэта объявили по радио. Хоронили его 4 женщины. Венчанная жена Фелиса Крут, а также его последняя любовь Вера Запольская Каренди и их сестры. Похоронить поэта в фамильной ограде семья Запольских не разрешила, так как он был с Верой не венчан, венчан с Фелисой. Гроб закопали в чужой ограде. С кем из безвестных суждено мне слиться, написал он однажды. В свежий могильный холм воткнули простой деревянный крест. Благочестивого монастыря, гостеприимство радостно вкушая, я говорю, жизнь прожита большая, неповторяемая на земле, все находимое простерял. И вот, слезами взоры орошая, я говорю, жизнь прожита большая, проговорил и сердцем обомлел. Большая жизнь, а сколько вы не знал? Мелькают страны, возникают лица, те, о которых некому молиться, кто без молитвы жил и постарел. Чем дольше жизнь, тем явственней сигнал. С кем из безвестных суждено мне слиться? А всех, о ком здесь некому молиться, я помолюсь теперь в монастыре. В те времена, когда роились грезы, в сердцах людей прозрачные, ясны, как хороши, как свежи были розы моей любви и славы, и весны. Прошли лета, и всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи ныне розы. Воспоминания о минувшем дне. Но дни идут, уже стихают грозы. Вернуться в дом Россия ищет троп. Как хороши, как свежи будут розы. Моей страной мне брошенные в гроб. Шел мокрый снег, и не было у могилы никакой страны и ни единой розы, а только еловый лапник. С кладбища каждый ушел своей дорогой. Меня положит в гроб фарфоровый, на ткань снежинок яблоновых, и похоронят, как Суворова, меня новейшего из новых. Не повезут поэта лошади, век даст мотор для катафалка. На гроб букеты вы положите, мимоза, лилия, фиалка. Под звуки музыки оркестровой, под вздох изнеженной малины, она, кого я так приветствовал, протрелит полонез Фелины. Все будет весело и солнечно, осветит лица милосердие, и светозарно, ореолочно согреет всех мое бессмертие. Thank you.
Принято считать, что слава к северянину пришла после скандала. 10 января 1910 года Лев Толстой разразился потоком возмущения по поводу явно иронической хабанеры молодого, тогда еще не очень известного поэта. Кругом виселицы, полчища безработных, убийство, непроходимое пьянство, а у них
упругость пробки. Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки. Да, взоры женщин не будут робки, и к знойной страсти завьются тропки. Плесните в чаше янтарь муската и созерцайте цвета заката. Раскрасьте мысли в цвета заката и ждите, ждите любви раската. Ловите женщин, теряйте мысли, счет поцелуем поди исчисли, а к поцелуям финал причисли, и будет счастье в удобном смысле. Всероссийская пресса, сказал северянин, подняла тогда вой и дикое улюлюканье, чем сделала его известным на всю страну. Положительную часть отзыва Толстого, которому особенно понравилось это стихотворение, все забыли. Так создавались легенды. Каретка куртизанки, в коричневую лошадь, по хвойному откосу спускается на пляж. Чтоб ножки не промокли, их нужно околошить. Блюстителем здоровья назначен юный паж. Кудрявым музыкантам бравадную мазурку предложено исполнить. Маэстро за пюпитр! Удастся ль душу дамы восторженно омолнить курортному оркестру из мелодичных цитр? Цилиндры солнце веют, причесанные лоска, и даме туалеты пригодны для витрин. Смеется куртизанка, ей вторит солнце броско, опять пора в буфете пить крем де мандарин. Зачем же дело стало? Буфету, юный кучер, гарсон, симпровизируй блестящий 5 o'clock. Каретка куртизанки опять все круче, круче, и паж к ботинкам дамы, как фокстерьер, прилег. Двусмысленная слава сопровождала поэта всю его жизнь. Thank you.
Моя двусмысленная слава двусмысленна не потому, что я превознесен не право, не по таланту своему, а потому что явный вызов условностям в моих стихах и ряд изысканных сюрпризов в капризничающих словах. Во мне выискивали пошлость, из виду упустив одно. Те, кто живописует площадь, те пишут кистью площадной. Бронили за смешение стилей, хотя в смешении-то и стиль. Чем меня не угостили, каких мне не дали постель. Неразрешимые дилеммы я разрешал, презрев молву. Мои двусмысленные темы двусмысленные по существу. Пускай критический каноник меня не тянет в свой закон, ведь я лирический ироник. Ирония — вот мой канон. Критики ввели в обиход особый термин «северянинщина», что означало опасную моду. Бюро газетных вырезок присылало ему по 50 вырезок в день. В них поэта поносили или превозносили, что в сущности все равно для техники славы. Его книги имели небывалый для стихов тираж. Первый сборник за 2 года разошелся в 25 тысячах экземплярах. Через год он выходит еще раз и расходится в 45 тысячах экземплярах.
Таких тиражей Россия не знала. Это было головокружительно. Печатался Северянин во всех альманахах, газетах, журналах. Слава не жалела для него своих щедрот. О северянине стали писать Толстой, Блок, Гумилев, Брюсов, Бунин. О нем заговорили Мережковский, Луначарский. В своем сборнике афоризмов «Блестки» северянин пошутил: «Лунные чары – вещь очень хорошая, но только не в комиссариате народного просвещения». «Блестки» редко цитируют. А жаль. В 18 году, уже в разгаре революции, северянин собирает в зале Политехнического музея 2000 слушателей. И тогда же эти слушатели избирают его королем поэтов. Слава северянина достигла своего апогея. Зал был набит до отказа. Поэты проходили длинной очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае. Теснились выступающие, стояла не поместившаяся в проходе молодежь, читающим смотрели прямо в рот. Маяковский выдавался над толпой. Он читал революцию, едва имея возможность взмахнуть руками. Чем больше было народу, тем свободнее он читал. Он швырял слова до последних рядов, торопясь уложиться в отведенный ему срок. Но королем оказался не он. Северянин приехал к концу программы. Он был в своем обычном сюртуке, стоял в артистической, негнущейся и отдельной. Вышел на эстраду, спел старые стихи из кубка. Выполнив договор, уехал. Начался подсчет записок. «Только мне кладут, и северянину!» — кричал Маяковский. «Мне направо, ему налево!» Северянин собрал записок больше, чем Маяковский. Третьим стал Василий Каменский. Часть публики устроила скандал. Футуристы объявили выборы недействительными и устроили вечер под лозунгом «Долой всех королей!». Через несколько дней северянин выпустил сборник, на обложке которого стоял его новый титул. «Отныне плащ мой фиолетов, берета бархат в серебре. Я избран королем поэтов на зависть нудной мошкаре. Меня не любят корифеи, им неудобен мой талант. Им изменили лесофеи и больше не плетут гирлянд. Лишь мне восторг и поклонение, и славы пряной фимиам, моим любовь и песнопение недосягаемым стихам. Я так велик и так уверен в себе, настолько убежден, что всех прощу и всякой вере отдам почтительный поклон. В душе порывистых приветов неисчислимое число. Я избран королем поэтов!» Да будет подданным светло. Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолет буеров. Кто
Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в шумном обществе дамском я трагедию жизни притворю в грёза-фарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы — Нагасаки, из Нью-Йорка — на Марс. Хочется расхохотаться и разрыдаться, и не жить. Клянутся, чтоб нарушить клятвы, мечтают, чтоб клянуть мечты. О, скорбь тому, кому понятно, все наслаждения тщетны. В деревне хочется столицы, в столице хочется души. И всюду человечьи лица без человеческой души. Часто красота уродна, и есть в уродстве красота, как часто низость благородна, и злые невинные уста. Так как же не расхохотаться, не разрыдаться, как же жить?
когда возможно расставаться, когда возможно разлюбить. Несколько дней после коронации король уехал на отдых в Эстонию, которая вскоре перешла под протекторат
Германии по условиям Брестского мира. Мир заключен, но мы в плену. Он писал свой творческий псевдоним через дефис «Игорь Северянин», подчеркивая тем самым свои родные корни и связь с Россией. Ананасы, автомобили, море цветов и толпы поклонниц. Да, все это было в его жизни, но только за литаврами громкой, двусмысленной славы никто не хотел слышать его настоящего. А он был именно таким настоящим. До самого конца он мечтал вернуться, принять новую власть и обрести, наконец, родной дом. И будет вскоре весенний день, и мы поедем домой, в Россию. Ты шляпу шелковую надень, ты в ней особенно красива, и будет праздник большой-большой, каких и ни было, пожалуй, с тех пор, как создан был шар земной, такой смешной и обветшалый. И ты прошепчешь: мне во сне, тебя со смехом ущипну я, и зарыдаю, молясь весне, и землю русскую целуя. Есть у Северянина такие строки: не каждому дано светлеть в нужде. Да, не каждому. А вот Игорь Васильевич мог. Была нужда, и большая. Первый год своей жизни там он еще очень много двигался. Он мог пройти по берегу моря до 30 километров, чтобы поднести книжечку стихов очередному меценату и потом купить в провизии продуктов в долг на книжечку. Никаких длительных выездов за границу он уже не совершал. Тогда он был болен. И болен серьезно. Сам Игорь Васильевич никогда ни на что не жаловался. Это был благородный, очень открытый и потому очень ранимый человек. И среди серости будней он мог воспевать и хмурое небо, и безбрежную морскую даль. Величие мира в самом малом, величие песни в простоте. Душа того не понимала, не разбитая на кресте. В его жизни не было официальных страданий и прилюдных гонений. Кажется, этого критики до сих пор не могут простить поэту. Дон не нуждается в чем бы то ни было прощении. На планете Земля для ее населения обширной, но такой небольшой, созерцающим землю извне, где нет места душе благородной, глубокой и мирной, не нашедшей услады в разврате, наживе, войне. На планете Земля, помешавшейся от самомнения, считающей все остальные планеты ничем, потому что на ней, этом призрачном перле творения, если верить легенде, был создан когда-то Эдем,
где был распят Христос, жизнь, отдавший за атом вселенной, где любовь, налетая, скорбит на отвесной скале в ужасе пред людьми, там, на этой планете презренной, каково быть поэтом на вашей жестокой земле? Несмотря на дерзкую иронию своих стихов, в жизни он был скромный, тихий, молчаливый, но не угрюмый. Он молчал и слушал, и на губах его играла добрая улыбка. А в улыбке этой, аще не будете, яко дети, не внидите в Царствие Божие. Было что-то детское и что-то умудренное.
Сергею Рахманинову. До 4 июня 1939 года. Светлый Сергей Васильевич, я благодарю вас от всей души за присланные мне $35. Этот ваш дар явился для меня весьма существенной поддержкой. В моем домике над Рассунью висит несколько портретов обожествляемых мной людей, мной боготворимых. Среди них портрет Римского-Корсакова, работа Серова. Сделайте радость мне, пришлите свой с подписью. Вы даровали мне 3 месяца жизни в природе. Это такой большой срок по нашим временам. К вам с чувством большой и взволнованной признательности, Игорь Северянин. Все эти бесценные письма и портреты сгорели в 1941 году при немецкой бомбардировке Нарвы и окрестностей. После потери бесценного архива, связывающего его с Родиной, Игорь Северянин прожил всего 5 месяцев. Мне что-то холодно. А в комнате тепло. Плита натоплена, как сердце, нежной лаской. Я очарован сна загадочной сказкой, но все же холодно, а в комнате тепло. Рассудок замер, скорбь целует мне чело, таинственная связь грозит своей развязкой. Всегда мне холодно, другим всегда тепло. Я исчервлен теплом, как сердце едкой лаской. Не вечно мне гореть, не вечно мне пылать. И я могу стареть, и я могу устать. Чем больше пламени в моем давно бывалом, тем меньше впереди огня во мне усталом. И все-таки, пока играет в жилах кровь, хоть изредка, могу надеяться я вновь зажечься, засиять и устремиться к маю. Я все еще живу, я все еще пылаю. Сергею Рахманинову. До 4 июня 1939 года. Мой дорогой Сергей Васильевич, радостно благодарю вас за портрет с надписью. Посылаю вам стихи, для вас воспринятые, которые обязан давно уже был вам переслать. Они вошли в книгу, изданную в Белграде в 1931 году. Последняя книга моих стихов – «Очаровательное разочарование». К сожалению, моему, а, возможно, и других, неокончательной эпохой обездушенных, читатели не находят. И уже много лет лежит в письменном столе. По этой причине я не могу себе разрешить вот уже 3 года запечатлевать вновь неудержимо возникающее. Я слишком ценю поэзию и свое имя. С каждым новым днем
Я все ближе и неотвратимее приближаюсь к предназначенной мне песне. И отдавая себе в этом отчет, осиянной муками, готовлюсь к гибели. И вот мне хочется, прежде чем это свершится, еще раз от всего искреннего поэтого сердца воздать вам, прославленному, славу и честь, задарованные мне вами 3 месяца жизни на этой земле. Такой мучительный. Но и упояющий. Thank you.
чада, как и все на земле соловьи. Говорят, что одна есть отрада, и что эта отрада в любви. И цветы монастырского луга с лаской, свойственной только цветам, говорят, что одна есть заслуга прикоснуться к любимым устам. Монастырского леса озера, переполненные голубым, говорят, нет лазурнее взора, как у тех, кто влюблен и любим. Музыкальный спектакль «Ананасы в шампанском. Дневник его души» представили актриса Мария Третьякова. Иван Кощеев, фортепиано. Роман Викулов, скрипка. Григорий Филипченко, виолончель. Наш концерт окончен. Ждем вас на следующих мероприятиях фестиваля «Собираем друзей».